Выбрать книгу, которую вы хотите взять почитать домой, не заходя в читальный зал. В Запорожской областной универсальной научной библиотеке начала работу площадка абонемента «Под открытым небом». Она будет работать еженедельно по средам на протяжении всего лета. Акция будет проходить каждую среду с 11 до 16 години. Якщо вас заінтересує книга і ви не є нашим читачем, вам треба буде записатися до бібліотеки. Якщо ви є нашим читачем, то ви берете книжечку і йдете записувати її. На летней площадке абонемента читатели также могут обменять свою книгу на понравившуюся библиотечную.